Работники и ветераны департамента охраны празднуют 65-летие со дня образования. Из небольшого подразделения вневедомственной охраны организация превратилась в мощную структуру. Сегодня милиционеры департамента надежно охраняют множество объектов от жилья и дачных домиков до крупных заводов и банков. Не случайно на юбилей районного отдела охраны пришли руководители многих предприятий и организаций Слонимщины. Торжество прошло в драмтеатре. Служба охраны была создана в 1952 году, и именно 29 октября по решению Совета министров Советского Союза было подписано постановление о ее создании. Первые подразделения службы появились в больших городах. Их основной задачей стала сторожевая охрана крупных и значимых объектов и ведомственных предприятий, принадлежащих к самым разным отраслям промышленности. Нынешний руководитель отдела Дмитрий Русак в деталях и именах проанализировал 65-летний путь слонимских охранников. Сегодня департамент охраны МВД Республики Беларусь отмечает свое 65-летие со дня образования. На долю нашей службы выпала нелегкая, но полная отваги и повседневного мужества судьба. Вместе со своей страной преодолевала она крутые повороты истории, но продолжала играть важную роль в деле обеспечения национальной безопасности. В обязанности службы входила охрана мелких торговых и хозяйственных объектов, независимости от форм собственности и ведомственной принадлежности. Поэтому наша служба тогда носила такое необычное на первый взгляд название – вневедомственное. Уже в конце 1952-го, в начале 1953 года на Гродненщине появляется первое подразделение охраны – это Гродненское и Лидское. В 2005 году Слонимский отдел департамента охраны отпраздновал свое новоселье. Отдел, возглавляемый подполковником милиции Макаренко Александром Владимировичем, переехал в новое административное здание, в котором были созданы все условия для работы и службы. В настоящее время нашей службе отводится важная роль в деле обеспечения безопасности. Сегодня департамент охраны – это высокоорганизованная, технически оснащенная мобильная служба, которая решает самые сложные задачи по обеспечению имущественной безопасности государства и населения, укреплению правопорядка. Достойно несут свою службу и сотрудники Слонимского отдела департамента охраны. Под нашей охраной находятся сотни объектов и помещений различных форм собственности. Квартир, дачных домов, коттеджей, гаражей. Нам верено все самое ценное. Банковские учреждения, промышленные предприятия, культурные и исторические ценности, помещения для хранения оружия и боеприпасов, драгоценных металлов и ювелирных изделий, имущество граждан, а самое главное – их жизнь. Мастерство и профессионализм, присущие нашей службе, формируются и оттачиваются в упорном труде. А затем начались праздничные поздравления и награждения. Конечно же, был прекрасный концерт мастеров сцены. Thank you.
примите самые искренние и сердечные поздравления в преддверии 65-летней годовщины со дня образования вашей службы. Здоровья вам, в первую очередь, уважаемые коллеги и друзья, семейного благополучия, не скажу легкой, но спокойной, относительно спокойной службы. Ну и мы самые заинтересованные, поэтому, уважаемые коллеги, желаю четкого, эффективного взаимодействия с районным отделом внутренних дел в деле поддержания и правопорядка на территории нашего региона. 65 лет срок вроде бы и немалый, но если взять историю, то не такой большой. Поэтому я желаю вам всем, чтобы вы дожили и встретили столетний юбилей. Это более круглая дата, значимая, чтобы у вас и в ваших семьях всегда был уют, теплота, чтобы, уходя на работу, вы всегда знали, что у вас остается надежный тыл. Дорогие друзья, разрешите мне сегодня передать поздравления от нашего коллектива, коллектива Солинского хлебозавода. Поздравить вас с наступающим праздником, юбилеем, 65-летием создания вашей службы. Пожелать вам самых-самых наилучших пожеланий. В зале драмтеатра был, конечно же, не весь коллектив отдела. Многие были на боевом посту. Такова специфика их работы – охранять имущество граждан и государства днем и ночью, в праздники и будни.